И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Генезисе. И сегодня мы пойдем на прохождение миссий. Да, наконец-то надо уже все-таки миссии начинать исполнять, скажем так. Я почти доделал свой остров, понял, что у меня, ну как, он уже принял свою форму. Такое, какое она будет. То есть, вот, две большие платформы. Кстати, я очень сильно кое-чему удивился. Вот, две большие платформы и... Ой, точнее, четыре большие. Одна маленькая. Одна маленькая — это металлическая. Вот, и большие платформы — это обычные, не металлические. Потому что, во-первых, ресурсов нет. Во-вторых, сейчас я могу поставить только их. Да, собственно, ресурсы. Вот. И почему вот та металлическая... А сюда я поставил эти, потому что металлическая — это S-плюсовская. И их можно ставить на территории сколько угодно. А вот эти вот обычные, и вот они имеют форму намного больше. То есть, если посмотреть, то есть она примерно посередине стоит, но, как видите, до середины здесь еще немножко, ну, многовато до середины. Вот, я создавал и обычную платформу, такую же S-плюсовскую, она меньше была. Она вот как вот эта металлическая. И я такой, чё такое? Ну, в общем, короче, поэтому у меня будет вот так. Я потом, конечно, еще обычно создам металлическую. Я посмотрю у них размеры перед тем, как все это дело застраивать. Это прям, я не думаю, что... Хотя можно будет, наверное, на это посмотреть. На Вики, наверное, лучше посмотрю, одинаковый размер у них или нет. Вот, но я очень сильно этому удивился. Но в любом случае, здесь у меня будет стоять телепорт туда, куда мои диносы будут телепортироваться, когда я им скажу, типа, чувак, телепортируйся, кстати, привет. Вот, то есть я его просто буду отправлять сюда, в дом, и все. То есть я диноса отправляю, и все хорошо. То есть мне не нужно будет с ним, допустим, если он не нужен, дальше тусоваться. На лягушонке своем, своей лягушонке, я погорцевал, еще подбивал цемент, естественно, гигант пятак подкачался, на арене немножечко побегал, ну, аргентавис гордо стоит и качает урон. Вот. Да, я посмотрел сейчас Вики, на Вики написано, что да, летать только может Астра, этот... Астрокит, короче, и Газбакс только может летать. Все. Благо пила горница не томил. То есть ты там не можешь, типа, даже на них сесть. Вот такая вот шляпа написана. А вот. Поставил генератор, все хорошо. Все работает замечательно. Поставил холодос. Поставил станок. То есть в этом станке есть то, что нет. В том красном, насколько я раньше так помню, было. На дровилку чутка не хватило ресурсов. Ну да бог с ним. То есть как бы это будет все потом. Сюда сложил то, что мне нужно. Альпийские кирки у меня есть. Кстати, то, что не нужно. Они нужны. Так, арбалет. Так, арбалет у меня починенный. Практически. Так, гамма на 1.8. Я уже гамма 1.8 ставлю, потому что, ну, слишком ярко. Вот там глюк я собрал. Я туда сгонял за добычей дерева. Заодно собрал глюк. Да, охота туда наверх сгонять. Поэтому, возможно, я туда наверх сгоняю и там поставлю телепорт, чтобы иногда там забираться и сидеть, тусоваться. Что еще? Да, мегахилон я проверил. Если фнырнуть им, то все кусты исчезли. Я правильно подумал, что, типа, это как с этим, с рифами. То есть, если, допустим, рифы, которые под водой были, да, то есть они заполняют, ну, долго находятся на суше, они потихоньку начинают зеленеть. Конечно, трава на них так быстро не растет, но они начинают зеленеть. И поэтому я такую аналогию проверил. И еще один умник в комментариях написал, типа, ты что, где я за жемчугом гонял и так далее. Я говорю, ты что, типа, короче, если вкратце, ты что, дебил? В космическом биоме там дофига вообще-то это... Электроники, а ты, имбецил, лазишь, где попало, жемчуг собираешь. Ну, во-первых, я
И до этого в других сезонах говорил, что в Генезис, на Генезисе я ни разу не играл. Во-вторых, я в этом сезоне чуть ли не в каждой серии говорю, что я на Генезисе ни разу не играл. А в-третьих, немножечко другая бы подача, и уже был как совет бы, а не как упрек. Ай, точно, я же тебя надел, теперь ты будешь мне это мозг вносить. Иди нафиг. Ай, пускай будет так. Вот, поэтому сегодня мы пойдем по этим, по миссиям. Миссия одна у меня здесь, вот она. И посмотрим, что, как, да где. Попробую, наверное, лягуша, там нужно будет поплавать, если что, водолазный костюм. Будет все хорошо. Кстати. В чем прикол? Мы находимся в разных биомах, и... Про лаву я читал, там типа лава меньше убивает. Но! Вода! Смотрите. Если я нахожусь здесь, ну вы сами видели, я дофига что тусовался под водой, и кислород тратится очень медленно. Но! Я забылся и занырнул в зимнем биоме под воду. Да куда я там начал захлебываться, задыхаться? Можно так сказать, практически сразу. Даже в зимнем биоме вода работает как обычная. А здесь ты почему-то расходуется на раз в 10 медленнее. Я офигел, если честно, от этого. Но это было прикольно. Это был прикольный опыт. Но сейчас все равно я надену баллон. Потому что пускай будет. Давай сразу же похаваем. Ласты. Да, давай, все. Кстати, здесь опять-таки же... То есть вот, смотрим вдаль, вообще ничего не меняется, только обзор становится хуже. Ну то есть дальности вообще никакой. То есть вообще в целом от этого скуба костюма никакого толку нету. Пошел ты, ублюдок, мать твою за ногу, чтоб тебя сейчас умнее. А я не умею, сейчас там все сдвинутся. Нет, слава богу. Я просто не помню, то ли они на пассиве, то ли они на нейтрале стоят. Ну блин, а какула, ты вообще жирная такая. Иди нафиг. Надо бы... Блин, точно, я вспомнил, надо еще кого притомить. Надо подводника какого-нибудь притомить, иди сюда. На тебе, тварь. Так, все, никто не сдвинулся. Красавы, отлично, молодцы. Все, погнали, короче, на это. Немножечко... экскурс в то, что вообще происходило, я вас вел. Давайте смотреть, что у нас здесь вообще в целом за миссия. Ёпперсоты! Ну, добрый вечер. Так, здесь у меня несколько миссий. Кто спрятал кальмара? И океаническая мозаика. Ну, давай попробуем выследить яростного мозазавра и... Помните ему, что среди всех угроз в глубинах океана нет никого опаснее человека. Убить Мозика. Кайф. Убить Тостиутиса. Ну да. На лягухе я, конечно, это сделаю. Спасибо. Так, давай посмотрим. Это здесь же около меня. Второе задание. Но здесь уже полегче, я думаю, будет. Путешествие по прикрытию. Путешествуйте по прекрасному рифу, избегая хищников, пока Хелена указывает вам на скрытые места в воде и на суше. Вот. Эта миссия мне больше нравится. Так. Миссия инициирована. Отлично. Найди скрытые места в воде и на суше. Так, в какую сторону лететь? Это, я думаю, будет чем-то похоже на то, что было это. В смысле? Отлично, на суше. Это будет чем-то похоже миссия на то, что у меня уже было в зимке, скажем так. Да ёпперсоте. Так, нет, давай попробуем без лягухи. Ну нафиг. Чё-то она какая-то медленная. Так, вот. Аккуратненько. Отлично, поймал.
О, добрый вечер. Ты чё, серьезно, что ли? И ты сейчас на дол упадешь. Ну хотя ладно, во время миссии добывать ресурсы — это еще тот идиотизм. Окей, соглашусь. И кстати, я не заметил разницу между план, то есть здесь океан примерно такой, ну то есть как бафнутый океан. То есть я даже без куба костюма лазю, плаваю примерно одинаково. То есть такая вот маленькая тупость в этом плане. Так, дальше куда идем? Угу. Ну это я получаю сейчас, получается, этот регион, то есть вокруг этого рифа горцану. Эту я миссию, я помню, я выполнял, то есть я вокруг этого рифа горцевал. А вот дальше было что-то пожестче и, ну, немножечко не очень. Так, нет, давай я все-таки лягушоночку своего вызову. Вот это вот замочу. Спасибо. И поплыли. Все-таки на лягушоночке такое ощущение, что мы побыстрее. Так. Где-то в том районе. Отлично. Ну, добрый вечер. Ну я просто. Ну я моя. Ну, это костюм для плавания, камон. Ну они же говно. Ну, лягушоночка, молодец, красава. Иди сюда. Иди сюда. Отцепись от нее. Лягушоночка, красава. Ах, ну. Оп. Да. Лягушку я однозначно взял не зря. Знаете что? А давайте на ускорение все это сделаем. Так будет, я думаю, интереснее.
видео синхронизировал. Где моя лягуха? Да ёп! Ты же рабас, ты чё меня кусаешь? Да иди ты в баню! О, мать вашу. Ну это мы, короче, тут попали, да, я смотрю. На тебе, тварь, по роже твоей наглой. Так. Лягухин. Ну-ка давай-ка. На тебе в задницу. Иди-ка сюда. Лягухин, иди-ка сюда. Быстрее, 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 быстрее. Оп. А теперь будем с этими тварями расправляться со всеми разом. В целом, здесь, конечно, было полегче, нежели с этим. Нежели с этим. Ой-ой, пролагало. Нежели зимой. Почему? Потому что здесь ты не пытаешься сделать километровый обход, вместо того, чтобы этот... вместо того, чтобы проплыть по прямой. То есть ты как бы занырнул, обернул, то есть как бы мешает препятствию, ты просто всплыл повыше и так далее. Под водой, конечно, все намного удобнее. Заплыли в тот террариум, который я посещал без этого, добывая кристаллы, прикольно. Вот, и... Ну, в целом. Понравилось, конечно, миссия прикольная. То есть вот такие миссии для новичка очень кайфовые. Да, то есть ты узнаешь, какие где что места и так далее. Это, конечно, очень вполне кайф. Ах ты, собака. Я ставил этот трюк, но очевидно, что выжившему номер 992F167 уже ничего не поможет. Он продолжает бредить квестами и подземельями и заявляет, что стал магом. Он настойчиво пытается отбиться от динозавра огненными шарами. И спаунится настолько часто, что система просто заглючила. У некоторых выживших просто едет крыша. Ну, есть и такие люди, не спорю. В общем, миссия прикольная. Миссия мне понравилась однозначно и интересная. Да, с баллоном, конечно, была еще та жопа. Но, опять-таки же, в океаническом биоме, сами видели как. То есть, ты надеваешь баллончик, где-то ядрит тебя баллончик. Вот это я вроде бы использовал. То есть, ты надел, кислород заполнился. И его обратно снял. И нафиг это все не нужно. Так. Отлично. Если увидишь кусок пурпурного камня или какой-то высокотехнологичный объект, напичканный энергией, берегись. Возможно, он сделан из элемента. Элемент – чудо-вещество, отчасти строительный материал, отчасти источник энергии. Но он адаптируется под окружающую среду иногда самым неожиданным образом. Он может инфицировать или отравлять организмы, вступившие с ним в контакт. Исправить это будет гораздо сложнее, чем устранить глюк. Надеюсь, ты найдешь способ, как использовать элемент. Но будь осторожен, выживший! Да, не успел немножечко добраться до верху, попал в водоворот. Но, сами понимаете, фигня полная. Здесь попасть в водоворот, это фигня полная. Скажем так. Знаете, что я сейчас думаю? Я сейчас, наверное, за кадром пройду бету. Может, даже альфа попробую пройти. И посмотрим, что за них я вообще получаю. Даже сделаем давай вот так вот, так будет быстрее. Что я за них получу, сейчас разные призы положим в разные ящички маленькие. И посмотрим, сравним, что мы вообще получаем за этот квест. Так, проходим бетом. Последний рубеж. Оп, отлично. Это для того, чтобы показать, что я получил. Потом сравним уже в конце. О, привет. Ну а теперь на базу и запускать альфа. И альфа. Опа. Отлично. Фух, честно, чуть на втором этапе не запорол. Это прохождение там прям 30 секунд не оставалось. Но третий, четвертый этап были намного легче. Это мне повезло. И что я точно могу сказать, если проходить миссии, то нужно... Друг за дружкой. Все миссии поочередно, друг за дружкой.
То есть гамма, бета, альфа. Для чего? То есть вот такие по путешествиям миссии. Для чего? Я за бета одно зачистил, за гамма одно зачистил, за бета другое зачистил. На альфе мне практически диносов не попадалось. Те, которые у меня могли бы что-нибудь, точнее, мне могли что-нибудь повредить, навредить и так далее. То есть, как бы, есть смысл проходить друг за дружкой и так далее. Ну, а теперь давайте смотреть, что мы получили. За бету, ой, за гамму, мы прекрасно видим, что, ну, ничего такого интересного, кроме седла на жабке. Честно, я очень хотел его надеть, думаю, ладно, фиг с ним, не буду портить композицию. Но, в целом, что-то уже неплохое. Седло на тираннозавров, на реку, на рапторов. Это что у нас, наш естественно, носорога, ну, кстати, может, для плавания, только они здесь нафиг не нужны. Ну, вот, сами видели, как плавать. Ну, и, по сути, все, то есть, для переработки, кстати, хорошая штука, нужно дровилу строить срочно. В бете уже поинтереснее, здесь очень много легендарных сёдел, очень много сёдел на тираннозавра, между прочим. Вот, опять-таки, естественно, носорог, мозазавр. Очень-очень в тему, я бы так сказал, легендарное седло на Мозика. Вот, еще лучше седло на Рекса, ну и так всякое, по всякой фигне, скажем так. Ну и Альфа, давайте посмотрим, здесь я уже сам не смотрел. Хороший арбалет, прям вообще хорошо, ботиночки. Так, Диплодок, Мегатерий, Рапторы, седла, Топежи. Рексы, очень много сёдел на Рекс дропается, и, как видите, просто 204 броня. Рецептов не выдропалось, но бог с ним. Тропиогната это на кристалке только, так что он нам не попадется. Дитиранус, ну и шлем. В целом, на переработку это будут вещи очень хорошие, и из каждого я что-то вынес нужное. Здесь жабка, здесь мозик, здесь арбалет, ну, в общем, все было очень клево. Еще раз повторюсь, если в такие миссии проходить, то проходите друг за дружкой. Также стоит учитывать, что если вы проходите миссию несколько раз одну и ту же, дроп будет все хуже, 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 это тоже стоит учитывать. Но, как видите, на... То есть, там надо немножко ждать. Но, опять-таки же, я вот прошел гамма, бета, альфа, дроп хуже не остановился. Опять-таки же, про хуже было написано на вики. Вот, тоже стоит это учитывать. Также, что дроп мне очень сильно понравился. Задание легкое. То есть по путешествию и так далее, я еще по первой миссии увидел, что да, это дроп офигенный, это лучше, чем дефать эти долбанные ОГМ, лучше, чем орбиталки, намного, рейты и так далее, все то же самое, но сами видите, насколько лучше мне давали за миссии. В следующий раз... Миссии, понятное дело, исполнять не будем. Я вообще хочу чередовать миссии, что-нибудь другое. Миссии, что-нибудь другое. Вот, так сказать, миссии и путешествия будем чередовать по сериям. И миссии я буду называть в честь миссии, которую я прохожу. То есть, это что там, погоня или что там было, не помню, надо будет глянуть. Вот такие вот дела. Все было очень здорово. Единственное, что да, на жабке очень медленно плавать, но... В террариум заплывать, это было прям топ. Также кирки альпинистские, хорошо, что я сделал заранее. Мне они очень сильно пригодились, без них было бы очень крайне тяжело. Потому что мне нужно было пару мест, где даже жабка не допрыгивала. Такие вот дела. Так что альпинистские кирки я не зря сделал. Прям очень повезло, я бы просто бы запорол именно на этом. Кстати, и на бете, и на альфе мне нужны были альпинистские кирки, пригодились. Жабка, конечно, очень помогла в этом плане. Следующие миссии, то есть вот которые миссии, которые у меня на охоту, я буду только после того, как у меня кто-нибудь мощный водный дино будет. Жабка это все-таки... Теперь она, конечно, у меня мощная, я ее прокачиваю постоянно, но против насекомых только. Вот, и... Все. До сих пор, кстати, не могу, было офигенно. Путешествовать, конечно, под водой
Очень здорово. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, и, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.